Нашей планете отчаянно не хватало ресурсов, и мы отправились искать их за пределы земной атмосферы. Но в пустоте пространства появился новый враг. Мы положим конец влиянию власти Земли! Фронт обороны колонии создал армию. Наш мир только рождается. Военную машину. А их умирает. Однажды они явятся к нам. Мы вырвались на свободу. И попытаются захватить нашу родину. А теперь вырвем их с корнем. Возмездие, это Ворон 6. Разрешите посадку. Принято 6-я посадка, разрешаю. Орудие Атис. Кажется, они наводятся на наш флот. Эсминцы СЗФ на грани! Внимание всем! Пристрельный огонь! Вверх! Вверх! Капитан мертв. Сгинул вместе с кораблем. И кто теперь за главного? Полагаю, вы, сэр. Сегодняшняя атака не ограничилась Женевой. СДФ также нанес удар по грузовому порту на Луне. Тигры Возмездия. Единственные корабли в нашем флоте. Лейтенант Рейвс, теперь вы действующий капитан Возмездия. Сол, ты со мной? Всегда. Это наземный штурм. Место капитана на мостике. Только не мое. Не в этот раз. Пошел! Покажем этим ублюдкам. Это место уже не ваше. Прикончите. Берегите пули. Надеть маски! Рейс, держись! Ну что, покажем им? Зажгите как следует. Разворачивай корабль! Я пилот, и моя задача доставить нас всех живыми! Я отдал тебе прямой приказ! Выпускай! Если вам не хватило воли сделать выбор, то вам, как и мне, не место в ЖК. Альфа-2 подбит! Время поднять черный флаг и пойти на абордаж. Вы никогда не выиграете эту войну. Call of Duty Infinite Warfare. 4 ноября 2016 года. Озвучена Black Street Records.